Матч спортсмен команды «Турбина» Владимир Бородулин ехал со сломанной рукой. И поэтому приз за мужество Владимиру Бородулину вручает глава города Москва Наталья Красильникова. Сегодня, дорогие друзья, это же не знаю, как назвать. Нам, конечно, приятно видеть Александра Лактаева, воспитанника Балаковской школы спидвея. Да, он выступает за другую команду, но вырос он на наших глазах. Он делал первые успехи, первые победы к нему здесь пришли. И поэтому первый заместитель главы администрации Дмитрий Поперечнев вручает Александру Лактаеву приз, который мы назвали «Свой среди чужих, чужой среди своих». Александр Лактаев! Итак, дорогие друзья, спасибо вам! Спасибо вам за то, что пришли! Да, сегодня мы проиграли! Такое тоже бывает! Ну что ж, мы преодолеем все трудности! Мы снова станем чемпионами. Главное, чтобы вы были здесь, на стадионе. Следующий матч на стадионе «Тун» состоится